Всем привет! Ребят, мы сегодня едем смотреть шторы, штанги домой. Ну и я думаю, что, может быть, я что-нибудь вам поснимаю в магазине, если мне удастся что-то заснять, потому что у нас, в принципе, не разрешают в магазине снимать. Вот, ну, если вдруг мне что-то удастся, я вам покажу. Ну, мы, конечно, как всегда, уехали, забыли все размеры дома, размеры окон, потому что окна у нас в этом доме большие, и они нестандартные. Ну, ладно, в общем, будем, как всегда, наобум смотреть. В общем, шторку в ванну надо купить, ну, для душа, да, в общем, какие-то мелочи. Не знаю, если что-то будет интересненькое, я вам обязательно покажу, расскажу. Ну, а если нет, так нет, ну, что делать? Будет тогда обыкновенный домашний блок. Mira, desde 160 сантиметров hasta 300 сантиметров, hasta 3 метров. Sí, pues tenemos 3 metros allá. Sí, yo creo que... Porque no, no hay más. Esto es estándar, no hay más. Шторки, занавесочки всякие. Смотрим, выбираем. Ух, кисти какие, смотрите. Ух. Ух, какие огромные. В общем, куча штанг, но такие, как нам нужны, ничего нету. Смотрите, как красиво к Пасхе оформили. Инсталляция. Красота, правда? Дерево с яйцами украшенное. Для деток такие, с мячиками всякими. Все такое цыганское, что вообще не знаешь, что купить. Просто кошмар. Так, нашли маленькие. Маленькие нашли. Для ванны, для туалета. Ну, для душа, в смысле. И здесь вот эти для душа висят всяких. Фу, пришли покушать на наше любимое место, как всегда. В общем, купили штанги, шторы не купили. Что поставил, все упал. Девочки, ладно, извиняюсь. Детки катаются на карусельках. Так, ну все, мы купили. Только штанги купили. Я потом Роме взяла какие-то там... Как это называется? Декоративные на стенку. Знаете, чтобы не пачкалось. Под кирпичики такие наклейки. Ну, около кровати хочу, потому что он прислоняется там и пачкается постоянно. Ну, и помягче будет. И что-то еще купили. В общем, какую-то мелочевку, но шторы не купили, которые хотели. Не было, в общем, ничего. Придется в Сити ехать. Мы не хотели, мы сюда поближе поехали. Рядом с домом, но ничего рядом с домом нету. Поэтому придется ехать в Панама-Сити. Но это уже не сегодня. Все уже. Время 7:00. 6:00, вернее. И уже устали. Хочется уже домой. Приехали в Коску. Здесь такая толпа народу. Ужас. Всякая всячина. Слушайте, я тут иду, говорю вам, думала, я снимаю, а я нифига не снимаю. В общем, мы тут ходим, смотрим, что нам надо купить, но и ничего. А? Фреска? Ну, давай, си. Возьмем сейчас лимонады,
одну упаковочку, потому что у нас ничего нету из белых напитков таких, ну, лимонадов. Ой, всякие тут приправки, соли, пиво, консервы. В общем, супы всякие сухие, хлеб, яйца, все как всегда. Так, сейчас мы посмотрим картошку молодую, и все, и ничего. То, что нам надо было, ничего мы не купили. Ну ладно. Как всегда, покажу вам тортики. Ну, ай, папа. Ребят, в общем, сегодня не наш день. Реально. Приехали тоже за маленькой картошкой. За молодой нету. За пивом там определенной марки нет. В общем, ничего нету. Ой, промотались полдня, честно вам скажу, а толку вообще никакого. Ладно, все, я закругляюсь. Хоть маленькое видео такое, но вам показала, чтобы, по крайней мере, вы видели, почему это тут все моргает, непонятно. В общем, чтобы вы видели, что мы все-таки что-то делаем. Не просто так сидим на работе сутками, еще и как-то и ездим. Данька, всем спасибо. Всем пока. Чао.